Трематогастера. Интересный вид, не правда ли? Все мы их знаем по интересному поведению. Когда они разбрызгивают кислоту, они поднимают свое брюшко, кстати, в виде сердечка. И это смотрится просто фантастически и эпично. Также мы знаем, что у них очень быстрая реакция. И если тронуть их гнездо, они просто начинают кишить, как не знаю кто. Их скорость просто мгновенная. Примерно как у наших раптиформик или тех же нигеров, топином. На самом деле очень интересные и агрессивные муравьи. Да, все с этим согласятся, да и я с этим не спорю. В этом блоге у нас будет матка Компонотус... Крематогастер СП. Из Греции. Ну, пока что СП, но у меня есть предположение, что это какой-то там бандит из... Короче, латынь будет здесь, прям внизу где-нибудь. Ну, а сейчас немного предыстории. Сегодня вышел во двор и увидел странную коробку. Коробка чем-то напоминала мне посылку с муравьями. Я подумал, почему бы ее не забрать. И забрал. Конечно же, я распаковал. Там была записка, что это Крематогастер из Греции. Я удивился, открыл посылку и увидел, что там и правда Крематогастер. Ну, я начал его спасать. Конечно же, пробирка была вся... Но та компания, которая это отправила, она никого не щадит. И я решил спасти эту матку. Сделал быстренько новый инкубатор. Все по ништяку сделал. И переселил ее. А ее расплод, который там был совсем чуть-чуть, перенес на иголочки в новую пробирку. Что ж, интересно. А дальше будет еще интересней. Наблюдайте за моим каналом и проектом. И тогда вы не пропустите ни единого видео. Вы скажете, почему так мало идет видео? А я отвечу, потому что матка сейчас в стрессовом состоянии. И снимать мне пока что нечего про нее. Поэтому скоро ждите новые блоги крутые про Крематогастера из Греции. Также нужно еще определить его вид. Ну, а с вами был Арсений, это канал Скуант. Ждите новостей, совсем скоро выпущу новый блог про этот вид. Ну, а с вами был Арсений, это, как всегда, канал Скуант. Всем пока, подписывайся на канал, ставь лайк, если не гомосек за 10 сек. Ну и все, всем бай-бай, всем удачи.